У меня еще один вопрос есть. Мы по поводу отношений. Лекция говорит, что мужчина нужно минимум год, чтобы с ним его узнать. Ну, не обязательно год, но хотя бы полгода. И, да, но не надо сразу в постель прыгать, это уж точно. Вот. Я как раз про это. Вот когда с ним общаешься с мужчиной... Он тянет в постель. Да нет. Мужчина тянет в постель, а вы тянете в ЗАГС. И кто кого перетянет? Если он постель перетянул, значит гражданский брак. А если перетянули его в ЗАГС, значит нормальный брак. Вот и женщины, сражайтесь за свою судьбу. Я не про это. А я про это. Вот через какой-то период общения с мужчиной, понимаю один ответ. Спасибо, не надо. Это как бы... инфекция, как бы не нашла ответ. Это... Он говорит, спасибо, не надо. Это я говорю, спасибо, не надо. То есть я узнала человека, и настолько скрывается много моментов, что уже не надо. Ну так все такие. Я тоже такой же. А как быть? Как быть? Вы не найдете людей из своей мечты. Каждый человек имеет недостатки, и они вскрываются в процессе отношений. Это объем работы моей судьбы. У вас тяжелая семейная судьба, нелегкая, как у большинства людей в нашей стране. У вас нелегкая семейная судьба. Это уже второй случай вашего испуга. Не первый уже. И будет потом третий, четвертый, если вы дальше будете так же вести себя. Может, лучше нормальный, добрый человек. Добрый, заботливый. Немножко слабый. Женщина все самое лучшее снаружи. Она находится в иллюзии по поводу себя всегда. Женщина, она смотрит на себя, думает, ой, какая хорошая. Какому дураку достал? Это иллюзия. То, что у женщины все самое лучшее снаружи, все самое плохое скрыто от ее собственных глаз даже. Не то, что от чужих. А у мужчины все, он же простой. Мужчина простой, у него все вываливается сразу наружу. Все, что у нее есть, у нее вывалится. Она знает, что скрывать. Вот. Женщина непростой народ. И если вы думаете, что вы лучше, то тогда вообще останетесь одна. Вот это самый лучший для вас вариант из тех, что вы видели. Потом будет длительное одиночество, 3-4 года, и будет хуже вариант уже, если вы сейчас примете глупое решение. Ну и проверите мои способности заодно.